Акция закрытия купального сезона направлена на то, чтобы в очередной раз напомнить важность соблюдения правил безопасности на воде, дать возможность ребятам почувствовать себя в роли спасателя, находясь на катере, и показать, как вести себя в чрезвычайной ситуации, если она все-таки случилась. Проводится акция по закрытию купального сезона 2024 года и закрытие молодежной акции «Летний патруль» 2024 года. Сегодня на нашей станции мы пригласили участников различных школ, различных возрастов, для того, чтобы они могли ознакомиться с деятельностью спасательной станции, с спасательным оборудованием, со средствами спасения, и, конечно же, потренироваться в применении средств спасения. Я уверен, что этим будет интересно, они запомнят наше мероприятие и будут соблюдать безопасность на воде. Спасатели хорошо подготовились к этому дню. С лозунгом «Береги свою жизнь» молодые активисты БРСМ стараются донести всем, насколько небезопасно игнорирование правил поведения возле воды и на воде. Сегодня акцент был на ребят, которые пришли к спасательной станции, чтобы освежить память и узнать что-то новое, но очень важное. В этом им помогает молодежный отряд охраны правопорядка. Сегодня проходит закрытие купального сезона 2024, а также закрытие летнего патруля. На летнем патруле мы довольно часто помогаем сотрудникам СВОД, а также просвещаем людей. Иногда довольно сложно донести до людей правила безопасности. Иногда они просто-напросто игнорируют, что может привести к очень нехорошим последствиям. Грустно осознавать, что некоторые люди пренебрегают правилами и сами подвергают свою жизнь опасности. Именно для того, чтобы ребята усвоили все безошибочно, специалисты освода решили наглядно показать, как проходит спасение людей на воде, и организовали 4 локации, на которых познакомили их со своей деятельностью и оборудованием, рассказали, как оказать первую помощь пострадавшим, и дали забросить в воду круги, которые уже не раз спасали жизни утопающих. Мероприятие было очень познавательным для детей. Они с охотой и интересом послушали правила, воспользовались всеми возможностями, которые предоставила им спасательная команда, и запомнили, как нужно вести себя на воде. Нельзя заплывать за круги. Нельзя находиться в водоеме без взрослых до 14 лет. Здесь рассказывают о правилах безопасности. Мне очень понравилась зала здесь в катере и смотреть, как спасают человека. В этом году в период купального сезона было спасено 18 человек. Команда освода и активистов БРСМ неустанно напоминает всем, как избежать опасности и не рисковать своей жизнью. Самое главное, чтобы вы, соблюдая правила безопасности, никогда не нуждались в спасении. Ваша жизнь и здоровье в ваших руках. Берегите себя, жизнь прекрасна, а впереди много хорошего. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.